А хер его знает. Кто-то только что мне пишет опять. Короче, типа, Сашка присоединился. Так что, Сашка... скелеты. Так что, Сашка, ты заценил бывшую свою? Сашка, 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 Саня, Александр. Бывшую заценил? Блять, пидораска, блять, она твоя бывшая, блять. На нахуй, блять. На нахуй заби... О-о-о, я знаю, подожди, я устроим романтик, нате вам нахуй. Отдыхайте, блядь, чильте, блядь. Блин, херня это все. Надо брать винтовочку, винтовочку. Я пока мясо пожарю. Лучше бы ты бывшую свою. Анжела. Подожди, блядь, а где у нас тут менять этот? Сундук. Саммунирование. Сверху по лестнице, с правой, с левой стороны. Подожди, нет. Выходишь на палубу, вторую вот эту. А, вот, все, нет, менять этот сам. Или на первую. Менять снайперскую винтовку хочу взять. Ну да, 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 да. Что, можно сваливать отсюда? Наверное, да. Что тут делать? Ну давай посмотрим по карте вообще, что у нас там происходит. Что тут это за задание? Капитан Лоренц загибала. Лоренцо. Загреба... А, загребала. По слухам, видели на острове погибель кракена. А ну пошли, подожди, найдем остров погибель кракена. Так, пропозренный пик. Крепость погибель кракена, да? Погибель кракена. Что, на погибель кракена отправимся какого-то хера найти там? Давай. Можно. Так, это нам надо на ноль. Бля, мне вылезло, отвезите сундук злой. Да, да, ага, и на, у всех, да. На любом форпосте. Это получается вот на север нам надо. Блять, с этой карты выходить на F. На F. Шо вы, пидорас? Идите, он Сашкина бывшего, блядь, туда-сюда. О, чуть-чуть приподнимешь, Данир, этот? А, давай я приподниму. Ага, вот так вот. Самое шикарное. Чему не плывем? Потому что у нас якорь, да, стоит? Черный, иди якорь крути. Хорош там курицу свою жарить. Сейчас я мясо пожарю, мне надо мясо пожарить. Я же черный, мне нужны KFC. Крылышки. Рыбьи крылышки. Рыбьи крылышки. Так, нам надо было на норт, да? Разворачиваемся. В Гренландию отправимся. По-моему, сейчас ебанем об скалу. Не успеем. Не успеем, да? У меня, кстати, скоро уже будет 100 миль игровых. У меня уже есть 100 миль почему-то. Задрот. Но я с Имантасом долго плавали. Ветер неправильный. Да пофиг. Даже если ветер неправильно дует, короче, понял? В другую сторону все равно надо подправлять, типа, под этот самый. Вот как он, ну, типа, в обратку примерно. И тогда тоже нормально получается. Это мне так школьник рассказал, который, понял? Главный задроти. Так. Подожди, погибель кракена. Правее чуть надо. Меня завтра вечером не будет, я буду бухать в гостях. В смысле? А что, завтра пятница уже, что ли? Не, там день рождения. Я понял. Я думал, что завтра пятница. А что завтра за день? Четверг или пятница? Четверг, хуй знает. Пиздец. Как так быть, а?
Что я хер пойму, где эти, блядь, погибели кракена? Тут куча этих островов непонятных. Так, тебе надо налево. А сейчас врежемся. Так. Не врежемся. Налево, налево, налево. Проходим, проходим. Бля, а, не-не-не-не-не. Направо надо было, блядь. Да, вон направо, он, там он, просто тут... пиратский корабль виден. Вон он тут, этот остров. Увидел я его уже. Сука, я выпал. Сука, как обычно, блядь, ты понимаешь? Вон он. О, ебать, сейчас на полных парусах пойду. Риф, акулий клык. Чтобы вы понимали. Кому дать на клык? Акуле. Погодка портится. Нормально плывем, нормально. Ага, плывем там и нормально, блять, а вот погодка портится. Так. Поднимаем потихонечку паруса. Давай, 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 передний, 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 передний. Поднимаю, поднимаю. Тут какой-то все стрёмно, пиздец. Просто, просто пиздец. Так. Нам здесь надо найти. Якорь не кидайте. Так, паруса. Ну, пирата найти надо, я понял. Пирата, да, найти надо. Для того, чтобы найти, нужно достать лопату, два раза копнуть. Они сами придут. Так, а что за пират-то? Так, капитан Лорен Загребало. Поехали. Музыка. Да не-не-не, копать, зачем копать? Надо просто найти деталь, тут типа этот будет. Блять, черные вечно копают, блять. Тут типа будет какой-то спот их, не понял такой? Да вон, целая куча. Нет, ебать, что? Правее. Бля, Данир тут молча, короче, лутает, понял? Во-во, вылезли, вылезли. Ага. Да они вообще ни о чем, блядь, да? Вот тут внизу какая-то хрень. Походу нам туда. Туда? Ого, нихуя. А, вон, смотри, лагерь какой-то, да? Харя такая. Пизда тебе. Или не? А, он где-то здесь снизу. Мне кажется. Сундук с боеприпасами. Не зря он тут. Подожди, где-то есть. Ага. О-о-о, вылезли.
О, тут могила и погила. О, пиздует. Это он, походу. Нет, не он. Что ты копаешь? Подожди, копать не надо, блин. Мало ли. Да это хе... Вот, вот, смотри, вот какие-то тут уже мощные. Ебать, нихуя себе, одно попадание, блядь. Пол хп вынес, сука. О, он уже по-любому близко. Моя бывшая. Ага. Получила, та она получила же. Стой, 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 не трать пульки. А вот, 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 Саня. А это ее, короче, ухажеры, понял? Это ее ебари, пах. Да, да, да. Алло, бля. Алло, бля. Здорово. Слышишь? Здорово. Здорово, говоришь. Слышишь, Димон, они, короче, в синих беретах, это ВДВ-шники, блядь. И что? Вот, вылез, вылез, капитан. Где, где, где? Нашел? Где вы их пиздите? Бля, я сейчас сдохну! Ой, 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 ой! Блядь, сдох! Вы победили. Так они сами. Я сдохну. Так они сами себя убили, ты понял? Ой, блядь. И я упал. Ой, бля. Где ВДВ-шников нашел, сука? Все, на острове, блядь. Сука, конченые. Ой, тут еще кто-то откисает, нахуй. Квен из мастер. А, этот. О, давай. Здорово, пап. Братан. Братишка, здорово. Здорово, здорово, здорово. Вас сам. Салям алейкум. Ты не говоришь в игру. Ты в игру не говоришь. Че не говорю в игру? Вай, здорово, братан. Здорово. Сучка. Скажи, здорово, заебал. Че, говорил сейчас в игру или нет? Да, 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 вот в конце. Так, мы победить победили, хорошо. Да, да, надо с него что-то собрать, наверное, теперь. Я череп собрал. О! Блять, а что это? А что это, подожди, там мы всрали весь лут, который у нас был в себе, да, получается? Ну да, одни дрова остались. А, нет, что, все осталось? Так. А реку красавчик. Это кто? А я. Знаешь, когда чисто 7 утра делать нехуй, блин. Что ты там делал в 7 утра, когда делать нехер? Дрочил. Работу, блин, назову. Не, он дрочил, но. Там невозможно дрочить, да, проверено, нехуй, блядь. Ты понимаешь, слышишь, Ремикс, он так переоценивает свой этот самый, что называет его заводом. Работал на заводе, да? Да, да, да. Не, ну слышь, тогда получается мне за дрочку платят? Нихуя себе. О, красавчик, нашел хорошую работу. Корабль на горизонте. Это как в ТикТоке сегодня, говорит, ну когда же, говорит, найду такую работу, говорит, когда могу просто прийти, говорит, посидеть, говорит, походить, попиздеть, говорит, выпить пивка, говорит, потом мне в конце... Слышите, корабль в нашу сторону поворачивается. Где? Три палубы и без огней. Слышь, конь, я на десятке так и делал, я на шопе сижу, блядь. Три мачты без огней. Ну... А, пизда, надо съебывать. Три мачты без... Соберите, блядь, где этот лут с этих петушар, блядь? Ну вот, я бегаю, ищу наш корабль. Наш корабль с другой стороны. Блядь. Ебать, да нет. Тут сундук какой-то. Вы все собрали с этого? Шо нам, мы все, мы выполнили? А, мы выполнили, все. Мы его чпокнули. Да. Больше ничего не надо было, получается. Да, видите, сундук на берегу, на берег выбегите там. Все, пойдемте до корабля. Корабль с той стороны, Данир. Слышь, Коди, так я так на десятки делаю, когда прихожу на работу. Меня, блядь, одно место садят, нахуй, я палетки людям, ой, фанеру людям кидаю на пиво и все, блядь. Ты сидишь, блядь, пьешь... раз в 5 утра кидаю, блядь. Ты сидишь, пьешь пиво... Ух ты! Тут череп! И бутылки, пацаны! Какие бутылки, блядь? Ты что, опять напил? Тут череп и бутылки, нахуй. На которые Саня садится. Ну, забирай череп и бутылки и въебу до этого самого, до корабля. Ну, блядь, ладно, бутылки я не буду забирать, череп заберу. Его можно продать. Давай, давай, погнали, потому что у нас там так налутовано неплохо уже. Куда вы там поганые, блядь? О, там еще что-то светится. Блядь. Блядь, тут какой-то поломатый корабль, блядь. Вот, поломат... вот, вот, алло. Вот, на меня. Во-во-во, это я. На меня, на меня, на меня, идите. Да нет, да нет, в другую сторону, да нет. За тобой чекухи бегут. Да-да-да, он в другой стороне.
Ебать, сколько тут моих бывших. У тебя было столько бывших, у меня насчет тебя сомнений, блядь. Да, его бывшую нашел, блядь, на кровать ему кинул, не захотел с ней общаться. Анжела меня сегодня не захотела. Да, еще и ядом плюнула в глаз, да? Так, у нас свет погашенный. Не, ну Коди, смотря откуда еще плюнул ядом, блядь. Вот это же история молчит. Из пизды. Блять. А в принципе у нас паруса этот ничего не видно, да? Нормально. Так, ладно. Вроде отмазались. Что у нас там еще есть? Ага, вот еще есть остров. Похожих на два бумеранга. Тоже скорбы какие-то поискать. Ищем. Что, все свалил? Да, наверное, да. Саня там понакидал этого самого. А, не, подожди, давай посмотрим. Че, по островам еще порыкаемся. Может, кого-то найдем. Так, остров, как банане хер закрученный. Это не тот. Мы уже куда-то плывем. Встаньте кто-то за штурвал, если мы плывем. Остров Уголек. Это Санин остров. Вот мы сейчас четко на него херачим. Блять, давайте этот самый Кремниевый полуостров. Убежище. Говорите. Погибель Кракена. Давай направо, на юг, на С. Отвезем этому златодержу, чтоб эта дурацкая херня... О, у меня ровно 100 миль. Что-то сейчас должно дать. Пизды. Даже на юго-запад. Деяние завершено. Проплывите что-то там по воде. Чуть левее возьми, Данир. Чуть-чуть левее будет скала. После скалы. Сань, разверни парус. Что-то прям сегодня народа вообще никого толком нету, да? Ты как грамм, блядь, пульта хочешь. Да нет, ты что, тут обычно мы знаешь сколько встречаем? А потом Сашка начинает: «Стойте! Мы сейчас вас выебим всех! Стойте!» Бля, я бы такие точно бушил, ну его нахер, блядь. Морская миля добавлена в журнал. Так. Большой парус можно поднимать уже помаленьку.
Данир, давай левее. Левее, левее, левее. Ага, все четко. Все, поднимаем. Лут. Да, забей. О, нихуя себе. Сань, ныряй. А, нет, сейчас, кстати, нормальный лут, ёпты, блядь. Я нырнул. Бля, я короче. Я короче поднимаю. Я. Блядь, все поднято, короче, Данир, я тоже нырнул. Хватай изумруды, камушки, светящиеся всякое. Хватай. Сейчас я бочку проверю сразу. Кто-то тут зашкварился, походу, да? Пизданул один камушек. Так, камушек, подожди, а что, все? Больше как? Ну тут два камушка, а там ядра. Подожди, какие? Я нашел только какую-то амфору. Золотая чаша, золотая. Тоже можно продать. Золотая чаша, золотые цепи. Нет, я такое не знаю. Я знаю такое. Золотая чаша, золотая. Наполняй таран, отомчаю. Золотая чаша, золотая. На ютубе чувак когда-то, понял, 24 часа сидел, смотрел этот ролик, блядь. Там подрезку. Я ебнуться можно. Я так учиться пролистал за 5 минут, понял. За 2, там, смотришь 10 часов, ага, у него уже мина такая погасла. Там, 18 часов, он уже вообще никакой сидит. Там, 23 часа, все уже, труп зеленый аж. Пиздец. Нахуй над собой так издеваться, блядь. А, хер его знает. А знаешь, гифку записал, короче, все, ушел спать спокойно. Не-не, так их там, им там, хотя бы там надонатил, там, сколько, 1040-50, может, задонатили за эти все 24 часа. Не, ну, это нормально. Не, ну, слышь, мне плохо, блядь. Данир, а ты сидишь на этом, ты на якоре сейчас стоишь? Нет. Что, если на якоре, то ты не подплывешь. Подожди, давай сейчас. Да подожди, можно было не бросать. Похер. Так, кому это продавать все? Отнесите вы уже эту херню золотодержцу этому дурацкому, бля. Слабенько какой-то, слабенький прям. Лутецкий у нас. Так, ящик с фруктами. Достижение открыто. Хранитель изумрудов. У кого-нибудь открыто еще достижение такое? У меня 38 уровень, не знаю. Так, что у нас? Сундук с отшельницей. Сундук отшельницы какой? Вот это, по-моему, продаются, да? Нет. Отшельницы это там, это баба черепами. А, все. Я понял, который мы задание отобрали, да? Вот она. Нет, подожди. Ну вот она. Багрица отшельницы. Сундук отшельницы. А где? Ящик с фруктами, блядь, не заполнен. Пошла нахуй туда. Да не нахер, оставь, сожрём сами эти фрукты. Охотник за гнусными черепами, степень 1 у меня почему-то, чё за хуйня. Гнусный череп, мазафакар. Матафака. Факап, матафакап. Чё-то не могу я найти, кому спихнуть этот грёбаный сундук. Отшельница, вон она стоит, это не она. Отвезите... Бочки лутайте еще тоже, может, чем. Мне задолбала эта картинка, отвезите сундук золотодержцу. Ага. Какой сундук, ебать? Не знаю, какой, вроде уже все, что можно, блядь, сдали ему. Вы забирали? А на самом корабле нету нихуя? Ну ж, вроде все вынесли.
Вот. О! О, все, я этот, блядь, сундук. 121 золото. Ну это то, что это. Ебать, как дорого, блядь. Ну это то, что Данира понял, задания, блядь, они эти самые. Самые первые? Ну, типа, да, 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 низкоуровневые. Данира, ты покупаешь себе уровни? Не, вот, иди сюда. Ну там не уровни, там типа какие-то пропуски типа открываются. Вот иди до этого золотодержца, пошли. Вот мы с Саней там и еще со всеми там вот в основном только его поначалу качали. А, я понял, почему у нас Димон выскакивает, потому что мы в сессии Данира. В смысле выскакивает? Вот эти вот репутации открываются туда-сюда, это ему подсказки. Да, да, точно, точно. Этот, смотри, короче, открываешь. Вот открывай, поговори со золотодержцем. Ну. И у него есть золотой богач, вот сверху светится. Вот у меня сейчас, вот допустим, следующее доступное повышение, понял? У меня золотой авантюрист. Ну вот эти штуки надо покупать, короче, понял? Ты вот этими штуки, когда ты открываешь их, ты, получается, открываешь себе новые миссии, блядь. Ну типа прокачку у них покупаешь. У меня следующий уже 40 уровень будет золотой капитан. Ну вот у меня тоже, да, золотой капитан следующий уровень. Вот можно, я сейчас могу лопату купить какую-то тут. Лопата уважаемого золотодерца. Вот купим лопату, блядь. Уважаемый. Да нахуй она нужна? Да пусть будет. Костюм, блядь, ничего такого. Пойду уточку себе куплю, нахуй. Где тут уточка, пиздатый? Где, где, какая уточка? Тебя его рыболову, нахуй. Да, да, ты чё, блядь, прикольно. Тут рыба ловить прикольно. Не, вообще игра прикольная. Она такая, чисто, понял, порелаксировать, порасслабляться, побегать туда-сюда обратно. Орден душ, мистический наемник. Что, давай посмотрим, что у меня там за задания висят какие-то тоже, блядь. Путешествие, драгоценный тайник, закрытый в дьявольской глотке. Займемся? Глоткой, да. Дьявольская глотка. Грузовой рейс, издающий изрядной ценности. Это, блядь, херня все, блядь, мы уже поняли, что, блядь, полная херня. Идите, голосуйте. Голосовать помнишь, дед Данир? Вот этот стол где-то ложил, вот эту херню. Я себе удочку пиздатый купил. Шо на корабль, ничего не открылось купить, какой-нибудь ништяк. Yeah, what? Later, I suppose. Дьявольская глотка. Запомнилось, да? Сейчас удочку проверим. Получены задания. Нихуя себе, блять, аж 3 штуки. Давай, сучка, клюй. Так, ладно, что у нас там по заданиям? Ого. По заданию дать гречный грант 3-5-20 миллионов. На острове Кремниевый полуостров клад зарыт глубоко под землей. Когда разыщешь, сундук будет он твой. Так.
На острове Кремниевый полуостров, да? На рыбку. Ищем Кремниевый полуостров. Надо не рыбку пожаришь. Крепость. Бадан, выкинь, бери рыбу жарь. А, гля, недалеко, ёпты, блядь. Там бреет там, что ли? Не. WE. Я мясо себе уже нажарил. Хорошо хилит. Так, поднимайте якорь, господа. Да, ёп. Есть переводчики женского языка, но что это значит ГС, блядь? Что? Что значит ГС, блядь? Я не перевожу такой язык, сука. ДС? Не, ГС, что за сокращение, блядь? Я не знаю, я не могу понять, что ты за сокращение говоришь. Так я тебе тоже ГС, понимаешь, блядь? ГС, голосовые сообщения. А-а-а. Сидит. Ебать я старый, блядь. Сидит с какой-то бабой, мутит стопудово, да? Он говорит, давай с тобой в г... этот... А, не, он ей, наверное, голосовухи отправляет. А она пишет ему, я не могу в ГС. Или я не хочу услышать твой ГС. А ну, Сашка... Гнусавый голос называется. А, гнусавый голос. У тебя гнусавый голос, точно, да-да-да. А ну, Сашка, посмотри, где там, блядь, этот самый... А где-то вроде тут. Правее, правее чуть-чуть. Правее? Ага. Вот за теми скалами, скорее всего. Да, за скалами, Димон. Или не гнусавый, может гнусный. Как у нежити. Варкрафт. Направо резко. Вот это маленькая трешка, что ли, получается. Не-не, почему направо? Левее бери. Ёп ты, вот блин, ты вы прямо. Штурманы, бля. Что? Не да. Туда, что ли? Давайте просто разъебемся об скалы, да и все. Куда? Вон он тут, вон он, все, вижу его. Мародер гнева сирен завершено. Вот так вот сейчас прямо получается, да? Прямо, сучка, прямо. Прямо, да. Пошёл в жопу. Слышишь? Пошёл в жопу. Штурман. Нахуй. Собака. Прямо штурман летишь, да?
Скажешь, когда поднимать паруса? По чуть-чуть, давай, по чуть-чуть, по чуть-чуть. По чуть-чуть. О, лут, 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 лут. Лут, 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 лут. Только бочку не присоси взрывную какую-нибудь, блядь. О, тут мясо жареное. А драники есть? Это драники. Эй. Ты за рулем, алё, блядь. Данир. Нихуя. Блин, мы ж вроде подняли. Подняли, все нормально. Чуть приопусти парус какой-нибудь, чтобы подплыть поближе. Поднимай парус, поднимай! Поднимай парус! Вам пизда. Бросай якорь! Вам пизда. Хрязь, блядь, бабах, сука. Расхеракали, блядь, лодку. Водители троллейбуса. Так, что делать надо? Тут делать, что делать? Так, подожди, когда там были на этом острове, помнишь? Что-то мы ебали с этим островом, по-моему. Так, на острове Кремниевый полуостров клад зарыт глубоко под землей. Когда разыщешь сундук, будет он твой. За золотом к столбу с тремя черепами северо-восток спеши. Пират, сыграй и будешь... Пират, сыграй и будешь... Так, северо-восток. Где этот северо-восток? Блять, сука! Бля, Данир, шмальни. А, сука, с пушкой не шмальнешь, да? На северо-восток, короче, надо здесь идти, блять. А, подожди, я помню, этот остров был, это задание у нас. Помнишь? Сань. Пусть знает, что-то было. Было это когда-то у нас. Ну, что-то мы до конца не доделали, что-то у нас, блядь, пошло не по плану, блядь. Так, на северо-восток поспеши. Так, вот я на северо-востоке, здесь... Чё там... Сука, меня отпиздили нахуй. Чё там он пишет? Так, за золотом к столбу с тремя черепами северо-восток спеши, пират. Сыграй, и ты будешь клад. Короче, нужно найти столб на северо-востоке, нахуй. Там песню любую сыграть, музыку. Ага, столб. Каждому столбу играть, что ли, блядь? Да. С тремя черепами, блядь. Так. Нашел с тремя бубенцами. Похуй, играй. Да нихера, блядь. Нихуя. Я хер его знает. Ну куда северо-восточнее, может быть, я уже не могу понять.
Северо-восток? Северо-восток, да. Вот, я сейчас на северо-востоке шарюсь. Кошелечки нашел? Это кто его так пизданул? Кто? Так, север. Ну, вот где я сейчас бегаю. Север, восток. А, север это норд? Да. N. N, V нужно. NW. Почему NW? Север, восток, NW. NS. S. S это восток. А, подожди, ёпты, блядь. NE. NE надо. Восток это east. Е, да. По-моему, сейчас извержение будет. Я пещеру какую-то нашел. Так. За золотом к столбу с тремя черепами. Северо-восток, блядь. Спеши, пират. Сыграй, и ты будешь клад. Да будешь клад, будешь, блядь. Где тут черепа? Данир, видишь тут черепа где-нибудь на этом острове? Я что-то вижу на берегу синенькая лежит. Я сейчас... А, тут понятно. С тремя черепами, блядь. Так, я нашел. Ты нашел? Я нашел. Сейчас буду песню играть. Три черепа? Так это ты нихера, это, ты понимаешь, это нихера не северо-восток. Только тут один череп. Надо столб с тремя черепами. Я застрял. Один застрял, другой улетел. А все. Так, надо сваливать, землетрясение началось, ребят. Нам сейчас будет пизда кораблю. А, это я ногу сломал. А, это ногу сломал. Так, подожди. Так, вот мы стоим на этом долбаном грёбаном острове, правильно? Да. Так, на острове Кремниевый полуостров. Кремниевый полуостров, все правильно? Это Кремниевый полуостров? А ну посмотрите кто-нибудь на карте на большой, на этом. Данир, ты ближе к кораблю. Так, на Кремниевый полуостров клад зарыт глубоко под землей. Когда разыщешь сундук, будет он твой. За золотом к столбу. Три черепа. За золотом к столбу с тремя черепами. Северо-восток в скобочках. Спеши, пират. Сыграй, и ты добудешь клад. Норд это что? Это север, блядь. Е это, блядь, восток. Север, восток. Северо-восток, вот там вот тут. Примерно. Блять. Ладно, похер. Такое ощущение, как будто уже кто-то залутал это все дело до нас, блядь. Ну, допустим, это вот эта вот гора. Сейчас давай на гору на эту схожу. Тремя черепами.
столб с тремя черепами. Уверена, что это СЕ? Да, ну да, ты даже примерно посмотри вообще расположение. Где СЕ нас относить? НЕ. Норд. НЕ? НЕ, да. Вот, я сейчас где-то примерно в этом районе шарюсь. Блять! По-моему, нашел. Нашел. О! Нашел, да? Да. Так. Что там дальше пишут? Так, как свиток прочтешь, сразу тайну поймешь и к берегу кристальной заводи юг быстро пойдешь. На юг нам надо идти ров... Блять, пиздите его. Ух ты, ебаный сука, ух ты ж еба. На камни залазь. Так. Бля, я ж тут был, ёпта, я им играл, сука. Подожди. Я не тут. Так, на юг. На юг нам надо идти срочно. Быстрее пойдем на юг. Ага. Подожди. На юг ты пойдешь, да? Ну что еще там говорят? Ну почитай сам, ты тоже можешь почитать. В кристальной заводе на юг ты пойдешь. Ну вот, мы на юг идем к кристально чистой. Так, а ну подожди. Как свиток прочтешь, сразу тайну поймешь. И к берегу кристальной заводи быстро пойдешь. На юг. Ну вот мы отсюда приплыли. По факту. Заводь, вот она заводь, правильно? На юг. Или это островочек вот тут левее чуть-чуть. Ебать, извержение вулкана начало. Да подожди, какое? Это на соседнем острове. Далеко. Блять, камни такие летают, сука. Нам корабль не разъебут, а? Не, далеко вроде. Так. Как свиток прочтешь, ты сразу тайну поймешь. О. На мне скелеты. Сука, блядь. Поднимите меня, пожалуйста. Я сейчас спасу. Питу шара, блядь. Так, подожди, не зря они здесь появились. А ну подожди, давай. Так, как свиток прочтешь, сразу тайну поймешь, и к берегу кристальной заводи юг быстро пойдешь. Кристальная заводь. Это юг? Ну, относительно того места, где мы были, это плюс-минус юг, да. Норд С. Это С. Ну, юг. Нам на юг надо. Вот, мы сейчас на юге. Быстро пойдешь. Ну, идем. Ладно, пойдемте прям к заводе, там, где, походу, наш корабль стоит. Эба. Тут петухи появились какие-то. Где? Все, их отпиздил.
Видишь, непонятно как-то, блядь, эти дурацкие, блядь. Ага, вот что это за хер появился. Так, мне надо пополнить запасы воды, блядь, еды. Появляется землетрясение, но... Давайте отплывем, пока мы сейчас, да? Или все закончилось землетрясение? Или просто оно, блядь, было землетрясение? Или сейчас взорвется? Саня, что делаем, блядь? Да ничего пока не делаем. Вот S. Да нет. Ой, на юг ты пойдешь. Ну мы пришли на юг, и шо? В кристальной заводе, бухте. Вот мы пришли. Этой бухте. И шо? И шо? И шо? Ну и что? Банана нашел. Сука. О, блядь. Подожди-ка, а ну-ка нахуй, я сейчас на корабле проверю, где тут юг. Посмотри, да, посмотри. Острова, блядь. Ну мы на юге, ну даже так, если посмотреть просто по карте, да, где юг находится. Вот, 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 вот здесь он находится где-то. Так, юг это S. Да, да, вот. Вот он юг. Вот кристаллы. Мы как раз тут и находимся на S. Ну да, я ж тебе говорю. Где наш корабль, это S. Ну вот там видишь, почитай, кристальные бухты. Да. Ну вот она, эта бухта, грубо говоря, да? Вот она. И что там сделать надо? Хуй знает. Ебать нахуй. Ну, на юге мы. И шо? И шо это дало? Блять. Ну это просто какой-то трэш, блять. Идите ко мне. Да? Бля, я чуть не обосрался. Так тихонько Данир пошептал на ушко. Идите ко мне. Идите ко мне, да? Там есть пещера, да, я это видел. А, или ты не в пещере? А, там, подожди, корабль расхуйканный есть тут. Да, есть такое. А, вон хер какой-то, смотри, там лазит. Бля, сейчас минус буду.
Нихера себе, блядь, что это было? Так. Вот здесь есть. Это не то. Да, смотри. Что здесь спавнится? Ну, если так посудить, то мы ни хера не на С. О. Сирена, сирена нашел этот камешек. Ну, нифига, то да не то, короче. Какой-то, блин, ушлёпский квест. Шли 10-е сутки, называется, да? Может, ищите рисунки, может, какие. На камнях иногда нарисованные. Да. А, вот, смотри. Это извержение показано. Да, да, да. Ну, на юг пойдешь быстро. Пришел, пришел, пришел. Непонятный квест. Просто непонятный квест, да? Что, забьем хер? Нет. Как ты прочтешь, так ты пойдешь на юг и ни хера там не найдешь. Лазурную бухту и побежешь, и хер там что найдешь. Подожди, может, от этой хуяты нужно идти на юг? Именно от этих? Ну, от этих и надо идти по факту. Я вот прибежал уже обратно. Кошель с золотом подобрал. Ага, это кто-то нашел, да? Черепков. Так. Вот эти херы. Вот, я достаю. Вот, S, ровно S, правильно? Все. Вот, я быстро от них бегу на S. Ага. Вот, я прибежал. Лазурная бухта вот здесь. Допустим, да?
сам посмотри даже. Вот. Так, бежим на С. Как свиток прочтешь, сразу тайну поймешь. И к берегу кристально. И... Блять, я сейчас сдохну, сука. Ну ты понимаешь, блять, ебаный ворот подкинул меня 3 раза. Подожди. Может, сильно далеко мы просто бежим? Подбеги к первому берегу. И там покопать надо, наверное, мне кажется. Чем? Это неинтересно, блядь, что за хуйня? Я что-то забагованное, блядь. Может, все перерыл? Что-то надо еще сделать. По-любому. Подожди, бутылки нашел какие-то тут. Охуенно. Что это было? Я нашел кого-то. Стой, 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 на мне какие-то духи. Охраняете все духи, походу, да? Короче, просто копать начинаешь, появляются ниоткуда духи всякие разные, да? Подожди. Ну. Там мы тоже должны какой-то свиток были, может, найти. Может, там же, видишь, копаем было написано возле этих черепов. А, нет, сыграй, да будешь клад. Подождите, черепки. Ага, вот они, эти черепки. Может, там что-то копать надо было? Копаю. Возле них прям. Нет, там было написано «сыграй». Ну, сыграй, да. Свиток.
Видишь, ну, там он говорит, свиток прочтешь. За золотом к столбу с тремя черепами в северо-восток. Спеши, пират, ты сыграй, и будет, и ты добудешь клад. Клад добыл? Какой клад? Вот, не знаю. Давай, блядь. Ты копал там, извини? Я копаю сейчас. Личинку нашел. Походу тут нихуя нет. Опа, съебаю. Съебаю, видимо. Уии, съебался, блядь. Давай здесь покопаем. Ага. Здесь я, блядь, копнул, здесь я копнул. Блядь. Здесь вот я копнул. Что-то мы, блядь, надо что-то придумать, нахуй. А что-то, блядь, какая-то херня, надо забить просто хер, наверное. Как свиток прочтешь, сразу тайну поймешь. Какую тайну, блядь? Что это, конченый остров? Сразу тайну поймешь. Кристальной заводи и быстро пойдешь. Ну вот она. Допустим, вот она, кристальная кристальная заводь. Понырять может здесь, я не знаю. Ой, бля, Питер бежит. Ты сдох? Короче, непонятно, непонятно. Квест вообще до сраки непонятно. Сколько ж можно бегать-то искать это все дело? Ну вот она. Вот она, кристальная заводь, да? Допустим, вот она. Еще. Еще какую тайну понять. Перерыть весь этот, ну, весь остров. Ты и так, он, смотри, уже весь остров перерыл. Не знаю, надо искать. О, S ведь, правильно? Черепа надо какие-то искать, какие-то знаки, какие-то эти статуи, блять. Лах какую-то, блядь. Надписи наскальные. Здесь был Вася, блядь.
хуй. Вот ложь. Ну ладно, чё, можно на другой какой-то поплыть. Короче, а шляп. Тут пещера есть какая-то, блядь. Ну, вот пещера, ну... Тут. Лазили, может, даже по той пещере. Ну вот у меня опять эти глыки появились. Они просто этот появляются, да? Просто, да. Блять, меня сейчас нохнут, сука. Уроды. В этой пещере можно как-то вниз, там в глубинку еще спуститься. Если что. Пизда мне, блядь. А нет, не разбился. Повезло, ногу сломал. О, и хавку нашел. Вот здесь пещера есть, смотри. Я там был. Эпа. Пизда этому острову, да? Не-не, еще просто. Дальше читаем. Что это было? Бля, просто надо было карту достать, пацаны. Обычай морских волков нам знаком от пугала юго-запад на северо-восток. Мы пойдем, клад откопаем и выпьем потом. Пройти 7 шагов. Обычай морских волков нам знаком от пугала юго-запад. Ищи пугало на юго-западе. От того места на юго-запад иди. В смысле карту? Какую карту ты открыл? На СВ есть пугало. СВ где-то пугало есть. Есть пугало. Семь. Куда идти? От пугало юго-запад на северо-восток. Ага, так, от пугало... Северо-восток ты пойдешь... Северо-восток, 7 шагов. 7 шагов, да. Нашел, блядь, забирай... Ёб твою мать. Скелетроны. Пиздят моего негра, сука. Только я его могу пиздить, этого негра. Блядь, не успел похавать нахуй. Подожди. Блядь, и меня нокнули, сука. Данир. Короче, на нас клад. Сука, я ведь тут копал, блядь. Да, вон он, клад, вон недокопанный, блядь. Не, я к тому, что я тут уже копал. Ну то, что видишь, оно появляется, когда ты задание только возьмешь. Да, блядь, заскриптованная вся эта херня. Слышь, надо ты было чеп... просто карту достать. В смысле, просто ты достал просто и эту херню? Иди нахуй. Да. Сючка, тут кроме нас нету никого, давай снимай штаны. Пошёл в жопу, понял, ты чёрная, щоколадная. Давай штаны снимай, мы здесь вдвоём с тобой на корабле, эй. Сучка. Да, надо будет рыбы наловить. Да подождите, а то пиздец хавчика. Надо клад пойти забрать. Почти ж уже, блядь, взяли. Ну. Так вот он тут рядом. А, сейчас опять появится куча этих. Так, куда мы там пошли, я не помню уже, блядь. Сюда, да. А вот Данир уже забрал.
Ебать, у меня очко горит. Короче, горишь, понял? Ну, блядь, жрёшь фрукты и хилишься. Горишь, но жрёшь фрукты и хилишься. Ой, а где? Ебать! Забирай. Это кто нам? Всё, забирай в ёбу. Я взял, бегу. Акулы две штуки прям под берегом, нахуй. Ну, это ж, ты ж понимаешь, блядь. Ебашь их, ебашь. О, что-то еще на дне вон светится, я вижу. Да то ж может быть эти, блядь. Я поплыл. Ебать, тут сундук. Ты тот сундук положил на корабль? Да. Так, ладно, давай сейчас подплыву ближе. Все, Данир, давай на корабль, короче, поплыли. Подождите меня, сейчас я всплываю. Там мы в твою сторону. Да стой, я тут прям по кораблю. Да стой ты, блядь! Да мы стоим. Все. Так, у нас по этой серии, смотри. Нам надо найти вот этот остров. Похож, блядь, на лапку, блядь, отпечаток. Ебать, а золото на... Забирай. Ебать, 210. Вот это да. Скажи. Угу. Чего делаем, братички? То, что я червяков нашел, по-моему, то полезнее, блядь. Какой-то остров. Что, с якоря снимаемся? Остров, похожий на лапку. Вот он, водопад Руби. Смотри, нам надо на СЕ, короче, отсюда. На СЕ, Данир. Бля, рыба лучше хилит, нахуй, чем мясо ебаное. Там, смотрите, у нас с правой стороны этот, нахуй. Как его? Вулкан. Так, СЕ, нам налево надо. Ага, чтобы поплыть, надо, блядь, якорь поднять. Данир, говорю, налево. Тебе музыка заиграла. Плывем. Подравни, где-то примерно так. Еще левее давай. Еще левее, Данир. Еще смелее левее, смелее левее. Блять. Забей. Ага, вот где-то так подравни, Данир. Так, у нас там остров. Ага. Я рыбу сожрал, сука, сырую случайно. Не пизда. Сейчас будешь срыгать, как сука, падла. Угу. Музыка начинается. Блять. Не ссы. Гондодон. Ой, блять, иди нахер. Бёси твой хер, блять. Тут уже остров, он с нами ничего не сделает, абсолютно. Единственное, что он может этот самый, он может сейчас нас выбить всех нахер с корабля, и мы можем улететь, и корабль разъебется об скалы. Блять, мы сейчас сегодня с пушек будем стрелять? Да, слушаем. А чё у нас книпеля позаряжены? Чё книпеля? Так, смотри. Данир, чуть-чуть правее возьми. Ага. На раз, два, три, бросаю якорь. Раз, два, три.
Ебать, быстро идем. Сука! Бля, рыба сорвалась. Ебать, колотить, вы чё нахуй? Слышишь? По-моему, мы немного борщанули, блядь. Так, я дырку одну заделал, больше нет вроде. Ага, ты посмотри, где мы. Мы немножко на мель сели. Хуйня вопрос, блядь. Поднимай паруса, сейчас, блядь, слетим нахуй. Подожди с этими парусами. Якорь надо поднять для начала. Нормально, нормально, сейчас развернемся. Что-то якорь как-то не сработал, блядь. Хорошо летели, блядь. Да, летели прям вообще нормально, так на всех парах. Так, а ну давай попробуем туда вытянуть. Естественно, я пихать могу. Что-то у меня никуда крючок этот дурацкий не цепляется. В смысле, блядь? Пихать, подожди, пихать. Пихай, это... пихай, пихай. Идет, идет, идет. Идет, думаешь? Да нихера не идет. Не идет? Нет. Бля, может паруса поднять? Сейчас я паруса поднял. Опустить наоборот. Ебать! Что это было? Тормози. Ладно, я иду ремонтироваться. А что это было? Подожди, да кто-то взорвал что-то? Данир что-то взорвал, да? Тормози, тормози. Эй, блядь. Так, дырок больше. Так, ладно, смотри на карту. Коль уже из положения вышли. Так, смотрим на карту. У нас остров похож на, блядь, лапку, видишь? Три клада находится. Мы находимся прям. Ага, ага. Короче, Сань, смотри, получается. Что делаешь? Что делаешь? Ты хочешь забить его до смерти гарпуном, блядь? Вот здесь один клад. Подожди, Данир что ли выкопал уже? Слушай, вроде отпиздил, блядь. Да им похуй. Нашел. Так, ты карту смотрел? Нашел, ага, нашел, один нашел. А где мы это? Где котик? Мы котик, справа, да? Справа, смотри, я сейчас самый правый выкатываю. Вот левый, точнее, если на карту смотреть. Я сейчас самый левый выкапываю. Не котик, типа лапка, лапка такая, понял? Блять, сука, ебалово, блять. Две штуки? Что две штуки? Ну нет, я один уже выкопал. Вот здесь я один. Не, я имею в виду, как, какая, блядь, какое задание именно? Ну, выкопать, найти три склада, три клада и все.
Так, смотрим по карте. Так, один я выкопал. Следующий вот здесь. Смотри, пошли. Вон, видишь? Вот прямо, прямо, прямо за мной. Смотри, вот здесь еще один. Вот здесь где-то. Вот, нашел. Копай, черный, что-то ты хватку потерял, ёпты, блядь. Почему белый за тебя все должен делать? Вообще непорядок, блядь. Все, побежал, давай, я следующий пошел брать. Так. Ага, следующий аж за поворотом, блядь. Кого? А, да нет, жарит. Нашел еще один, походу, да, нашел. Бля, надо рыбы наловить нахуй. О, что так глубинка сечется. А, палка ебаная. А, не. Бутылка. Еще одну бывшую нашел, что ли? Бутылку какую-то. А. Так, все, нашел горелый сундук. Все, да, тут все? Ну, по идее, все, ну посмотри на карту, крестики пропали. А я не знаю, как. А, пропал котик. Все, а карта котика пропала. Да котик при чем, блядь? Ну, котик был, а, мы все, на котике все, были. Да, все пропал. Да, блядь. Да, нужна рыбина. Лихо мы туда заскочили, блядь. Только я вот не понял, как мы оттуда выскочили. Данир, походу, что-то взорвал, блядь, понял? Или кто-то с пушки стрельнул, и оно как-то нас откинуло. О, ВДВшники вылезли, нахуй. Так, все, отлично. Сейчас будет на краповый берет сдавать нам. А что, ты все уже отчаливаешь? Ну да, Данир где? Данир рыбку жарит. Русалку? А? Русалку? Подожди. Данир только что на корабле рыбку жарил. Вон он, подожди, вон он бежит. Данир, давай на корабле поплыли. А ну, Сань, смотри, что там у нас еще по этим заданиям квест. Какому? Ну, по этому. Вот еще. На острове убежище Проныры, клад зарыт глубоко. Это ты бордовое имеешь в виду? Да. Убежище Проныры нужно. Угу. А чё мы вперед плывем? У нас что, не все паруса подняты? Ага, сука. Знаю. Да, не до конца. Так, я ищу убежище Пронелли, но. За нами хер бежит какой-то, я его пока убью. Блядь, нихуя я не вижу. Убежище Проныры я не вижу, блядь. А вот, нашел, ёпта. Короче, нам знаешь, куда плыть? Да. На... WN. Метку поставь сразу. WN.
Я поставил. Кремниевый полуостров мы оплываем, и будет над Кремниевым полуостровом WN. Так, блять, у меня хавчика нету вообще. Пойди возьми чё. Сейчас рыбу словлю. Так, где Данир? Данир? Ага, вон он. Он долго бежит. Ага, бежит, хорошо бежит. Да, синхро, конечно, в этой игрухе вообще бомбезная, да? По сравнению со всем остальным. Ля, как я засортировал. Посредине это весь наш лут. Ты видишь? Не, рыба ловлю. Ну, ты что-то точишь там. Так, все, погнали. На СЕ, да, нам надо? Куда нам надо? Нам надо на WN. WN. Ветер вообще не попутный получается, сука. Остров огибаем, и следующий наш, который будет по пути остров. Сейчас еще одну рыбку словлю. Чуть-чуть правее можно, Данир. Давай еще. Вот этот курс, вот так вот нам надо. Это уже левее ты ушел. Ну, обходи остров. Жари, сучку, жарит. Угу. Прямо, четко, прямо, чуть-чуть правее можно, чуть-чуть. Так, подожди, Кремниевый полуостров, да? Его оплываем. Угу. Наш следующий. Угу. Все, чуть-чуть левее Данир, вон он виднеется уже. Хорош.
На острове убежище Проныры клад зарыт глубоко под землю. Когда разыщешь ты сундук, будет он твой. Значит, пещера там, скорее всего. Не, сейчас, скорее всего, мы на остров пробежим, нам следующая подсказка откроется. Надо, короче, постоянно эту дурацкую карту в руках держать, да? Давай даже чуть левее, ближе уже к острову. Вода как в Азовском море, блядь. Да, Сашка? Ага. Ты был на Азовском море? Я. Ну, на Азовском море не был, тот жизни не видел. Как говорят там, то знаешь, это кто бомжиху не ебал, тот жизни не видал. Да? Ну типа да. Кто бомжиху не ебал, тот жизни не видал, да? Да. Что-то сразу про Марка вспомнил. Марка. Как обычно, говорит. Шо-шо, сразу Марк, да? Ага. А хули он бомжиху ебал? Так, свиток прочти и найдешь там ответ. Нужно искать. Пугало или нет? На север. Север, это Н. Так, открываем долбанный этот самый на Н. На Н ищем долбанное пугало. Есть пугало. Вижу какое-то пугало, чугало. На Н. Вот это пугало? Или что это такое? Нет, это не пугало. Сейчас рыбу нажать. Подожди, на север. Наверное, там этот пугало, да? Ебать, как долго жарится. Блять, взорвался на бочке на дурацкой, блять. Бля, мы прямо на вулкане, если что. Блин, и вообще ни американцев нету, никого, сука. А то одного какого-то встретили, молчу надо. На НЕ пугало где-то должно быть, по идее. На севере написано. На севере. Но Норд, это ж нет, север. Пугало мы уже нашли.
На севере надо там уже найти этот самый. А, бугал, да. Так. Подожди, на севере острова, правильно, что надо искать бугал? Вот, Данир, походу, нашел там его уже. Север, на севере пугало есть, на севере, ну, на именно. Севере. Ну вот, это север острова. Вот оно, пугало, ёпты, блин. Пошел? Ну вот оно. Еба. Пугало что-то? По идее, пугало. Что с ним делать надо? И что с ним делать, с этим пугалом? Блять, кто по мне стреляет уже? Так, ладно, это все хорошо. Ну, а задание что? Свиток прочти. Ого. И найдешься. Да что ты сделал? Свиток прочел. Осталось на юг от рисунка первого извержения, юго-запад. Так. Короче, на... рисунок извержения нужно на юге, найти. На юге получается. На юге рисунок извержения, да? Юг. Где у нас юг? Вот он, юг. Может, в пещеру надо? Мне кажется, пойдем через пещеру. Или нет? На юг. Не, вот сюда, походу. Да, тут... Ой, да ну их, ну их в сраку. Так, тут какая-то лежбище бомжей было. Так, на юге изображение первого вулкана. Изображение ищите, рисунок, короче, наскальный. Ищем. Я пока ящик несу. Ищем, ищем. Хер, что можем мы найти. Ага, вот, нашел. Изображение. Ага. Нашел. Так. Осталось юг, рисунок первого извержения. Юго-запад шагнуть. Вот рисунка. 6 шагов. Сука. Какая херовина. Юго-запад, да? Угу. Так. С. Юг. Запад. Блять, нихера себе, он с одной плюхи меня чуть не вырубил. Прямо въебал ему надо стрелять.
Там что-то возле Данира есть. Что там Данир дерется? Ух ты, тут пидор какой-то. Так, подожди, рисунок, блядь. Извержение, сука. Куда, сука? На юго-запад, сука. Юг-запад, все, СВ, вот он. Копаем. 6 шагов сделал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут камень. Он, значит, перед камнем посмотри. Рисунок первого извержения. Может, это не первое извержение, может, это второго извержения рисунок? Вот здесь вот надо где-то, вот где я. Это точно юго-запад был? Да. Запад — это West Coast Customs. Личинки, блядь. Подожди, может это не первое извержение? Может это раз, два, три, смотри, человечка написано. Может это третье извержение? Хотя тут больше извержений-то и нету. Дядька он стоит. Так, три человечка. Ну да, может быть, это было третье. Так, я пока череп на корабль отнесу. Угу. О, сундук. Ебать, сундук большой, алло. Заспавнился на мне. А, горелый сундук, я ебал, не знаю. Наверное, не, надо его тушить, спиздануть. Тушить надо будет. А по-моему, нет. Да. Вот это он на будет... мне. Это надо будет тушить потом корабль постоянно. Да не, наверное, нет. А, не, подожди, горелый не, да. Горелый не, вот на мне он лежит. Подойди, забери на корабль, затащи, продадим. Вот еще это самое с оружием возьмите. Кто тут? Третий, Данир. С оружием тут ядра. Вот, да. Так, где наш корабль, блядь? Вопрос, на который никто не знает ответ. Где-то вот в этой стороне, по-моему. Ага, да, все, примерно в ту сторону плывем. Как раз сейчас по карте посмотрю, где у этого острова... Что там, юг, да? На юге? Вот пидор нахуй. Стреляет по мне нахуй. Угу. Подожди. Юг у этого острова хер знает где вообще. Смотри. На юге. Видишь, где юг? Это нам прям вот надо вот так вот. Вот там вот. Там, где куда-то сейчас ты побежал, да. То мы немножко что-то не на тот юг побежали. Так, на юге же правильно сказано? Угу. А, подожди, юго-запад. Ну, хорошо, вот там где-то.
На СВ нужно бежать, получается. Там где-то рисунок. СВ, да. По-моему, мы на верном пути. Что-то всякая живность появилась. На меня идите. Да хера, блядь. Это еще ночь добавила, блядь, романтики к поискам. Ёбаный корабль. Слышишь, ну один хер, мы прибежали опять к этому же, блядь, чуваку. Блин, ну дело в том, что, сука, ну вот оно, походу. Там рисунков нету никаких? Нашел, блядь, походу. Наконец-то, ёпта. Возле этого ж рисунка, только, блядь, левее чуть-чуть. Так, отлично. Путешествие закончено, едем сдавать бабло. Да. Наконец-то! Сейчас будут шлюхи ром. Сейчас будут бабки ром, проститутки. Если нас сейчас не выебут в попку пираты. Пираты геи. Я въебую. Как Джек Воробей тогда в той части, да, пиздык съебался, блядь. Это какой-то стрёмный ящичек попался, блядь. Так, форпост ближайший. Давай, разворачивай это корыто. Сейчас, подожди, форпост найду сначала. Скала Марлоу у нас ближайшего форпоста. Подожди, я этот парус опустите, блядь, сейчас въебемся, блядь. Бегу. Поднимите, точнее, этот парус. Так, направо поворачиваем.
Золото. Так, куда нам плыть? Че, не посмотрел форпост где? Правей, правей нужно делать, правей. Да не-не, Димон, поставь на этот, на остров. Ну, на остров и стоит, вот он. Правей, 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 разворачивай, правей намного. Ну, а, ты еще, через, еще, дыр... еще. Через дырку палишь? Да. Ты черный. Еще, типа. Еще правее, еще. Равняй. Да еще можно. А вот так ровно. Черный, ну ты хитрый. О, мы уже приплыли, ебать нахуй. В смысле? Только... Разве форпост? Это не форпост. Да-да, с правой стороны нужно к нему подплывать. Офигеть, как так быстро. Смотри, вот тут все в кучке лежит, понял? Да-да, с правой стороны это лево. А, или слева, точно, ебать. О, лут. Блядь! Херня, книпеля всякие, блядь, там были. Слева или справа? Давай, левее, левее, Данир, левее. Вот это на форпост ни хера не похоже. Не-не-не-не-не-не-не, левей, 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 Данир, левей. Левей, левей, левей. Сука. Приплыли, блядь. Че, уебались? Почти. Батя немного спас ситуацию. Еба. Мы тут дрифт показали, блядь, на лодке, блядь, ёпт. А, не-не, это не тот, это следующий. Черный, ты как обычно, блядь, шпаргалку плохо смотрел, блядь, свою, да? Где твоя дырка эта, блядь, смотровая? Ёшкин твой дрын, блядь, налево и направо. Так хорошо, сука, шли. Направо, да-да-да. Оплеваем этот остров и будет все чин-чинарём. Там происходит? Не знаю. Ты слышишь? Слышу. Снизу все заебись. Кто, блядь, там стучит, ёпта нахуй. Какой-то, блядь, домовой завелся. Вот он, форпост. Да, да. На Калнейт Стоу. Какой слева? Вот он, прямо. Ну, я имею в виду, что оплывать к бухте, где товар сдавать. Да, да, да. Бля, это Данир прикалывался, мне кажется, в этим рулем. Когда ты серединку ловишь, бум-бум-бум-бум. Нет, нет, ты смотри. Блять, какая-то хуйня спереди. Ну. Хер поймешь.
блять, разваливается, короче, эта посудина, походу, наша. Ладно, хер с ней, блять. Так, давай, передним. Да, на передний. Да, это Данир стопудово, блядь, херни занимается. Прикалывается над нами 100%. А мы бегаем, как, блядь. Вы конченые пираты, блядь. Такие, ёбаный в рот, что случилось там? Слышишь, слышишь? Да, да, да. 100% рулю, блядь. Да, 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 да. Оплываем, оплываем, нет, 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 с другой стороны острова. Левее, левее, левее еще, левее, да нет. Вот опять, блядь, началось. Как будто, блядь, мыши ебутся, блядь, на нижней палубе, блядь. Да, блядь. Давай, правее, 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 да нет? Ох, ебать, мы же приплыли нам. Ага, что-то форпост такой себе, конечно, блядь. Да тут далеко ты придумал. Можно было бы, конечно, прям в бухту туда зайти, да, ближе бегать было. Да, а потом оттуда выплывать, но. Да похуй, уже не будем выплывать. Что ты что-то видел, сломал там на берегу? Давай вторым гарпуном тоже. Я побежал уже сдавать. Так что, золотодержцев все сплавляем, да? Нихера. А кому? Ну, торгового союза попробуй, что ты несешь? Сундук с сокровищами. У кого мы задание это брали? Данир куда-то уплывает. Якорь бросай. Нихера. Хер знает, блядь. Да, это, да. Димон, его надо было открыть, достать сначала, что там в середине лежит, так а потом я... сам сундук продал. Так, я достал это все дело. Там грали вот эти золотые, лежали какие-то горящие. А ты не все взял. Надо было их достать. Я их достал? Нет. Вот. Теперь сейчас сам сундук продаю. Вот смотри, оп, все. А вот этот сундук, который стоит на причале, ты его взял? Продал? Да, 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 его надо было открыть, достать оттуда все, продать. А потом уже сам сундук продать. Блять, замудрили. Так я вроде доставал оттуда еще на корабле эти грали какие-то. Там одна херовина какая-то осталась, но она не доставалась. Не-не, доставалась, достала. Блять.
И что, сундук пустой тоже можно продать? Да, да. Бля, внутри. Я, ну, бесплатно звал. А, нет, 350 дал. Сейчас пизданет тут еще этот самый. Я думаю, успеем продать. Опа, на землетрясение, блядь. Сука, дай пройти нахуй. Сука. Да, пизда, сейчас ебанет, блядь, вулкан. Все, я побежал в жерло. Бля, пепел сверху сыпется. Ёб твою мать, съёбываем, пацаны, блядь. Я побежал прям. Съёбываем, нахуй. Я прям в жерло побежал. Блядь, поднимай по этот, нахуй, ёб твою. Шо ты ссышь, блядь? Нормально всё будет, блядь. Пизда. Как прям на вулкан подняться хочу. Ёб ты, я, блядь, куда-то я вообще под вулкан провалился, понял? Блядь, вода стала горячая. Угу. Короче, игра пол это лава, блядь, да? Взяли, съебались без меня. Дырок вроде нет. Не знаю, мы с Даниром тут ходим, чилим спокойно по острову. Нормальный такой остров. Так, ладно, что... Всем, дорогие друзья, будем на сегодня заканчивать. Вот такая вот у нас серия. Нашли клад. Все, всем спасибо, кто был на этом видео. Кто смотрел видео, не забывайте подписаться, поставить лайк. Также вступайте в Discord, группу ВКонтакте. И все ссылочки, как всегда, в описании. Все, всем пока-пока.